чик да чик. Барабаны на готов. Не лезьте, блять, в хип-хоп. В своем недавнем клипе рэпер Тайга сделал трибьют Лил Вейну, пересняв сцены из культовых клипов легенды. Дело в том, что Визи – один из его главных вдохновителей и наставников в музыкальной индустрии. Разумеется, что Ваня был очень тронут. Интересно, что полтора года назад Lil Skies уже отдавал честь Lil Wayne, пересняв сцену из Амели. Вездесущий Дрейк, что побил все мыслимые и немыслимые рекорды, отдавал честь Lil Wayne в клипе на ту самую надоедливую песню «Kiki, do you love me?». Вообще, когда мамбл-рэперы и новомодное звучание стали вытеснять классический хип-хоп, многие представители старой школы осудили такое будущее рэпа. Ведь для них куда важнее был текст, техника. Мамбл-рэперы же пренебрегают даже четким произношением текста. Это спровоцировало непонимание с обеих сторон. Старая школа винит молодежь в деградации жанра, за которую они сражались. Но новая школа называет их старперами, что не могут адекватно воспринимать новшества. Сейчас все спокойно, новичкам по боку на претензии старичков. Ведь на их стороне большие залы, чарты и концерты. У них нет злобы на претензии старичков, а наоборот. Пошла тенденция на отсылки к старой школе, да и вообще музыка сама по себе циклична. Чего только стоит куплет Хаски на Драгонборне, где сделано огромное число отсылок к представителям старой школы ру-рэпа. Дай шапку погонять, если шапка невидимка, йоу. Стоит только шапку невидимку натянуть на глазки. Красные шапочки, черные сопки и святые источники, красные шапочки. И о таких примерах в нашей индустрии я бы хотел поговорить. Поехали. Для Фары группа «Чемодан» является одним из источников вдохновения. Он не раз выражал респект парням из ПТЗ и ходил на их концерты. Дальше они записали совместный трек под названием «Проблемы». Все, что несет проблемы, делает меня злым. Кем ты хочешь казаться, игры, не мое кино, не свой эпизод. Не темп, тяжело держаться за край, еще тяжелее падать с высот. Для многих это стало неожиданностью, ведь казалось бы, они настолько разные в музыкальном плане, но трек вкатил аудитории. Также Фара и «Чемодан» организовали совместный концерт в ПТЗ, собрав внушительный зал. Это не первый опыт у Фары, когда происходил коннект поколений. В том же 17 году Фара попросил Нагана записать куплет на трек «Герой». Дурак, не ходи с огнем бензоколон, на страже порядка герой! Улицам нужен герой, улица не тем и занята. Улицам нужен герой, улицам непременно нужен санитар. Интересно, что Фара обращался к Василию на «вы», и это его очень смущало. В итоге на этот трек залетел еще и многознал. Повсюду беспредел, и паскуды тут везде. Я смотрю на панораму этих улиц, ну пиздец. Грязный Луи не закончил на Фаре коллабы с новой школой. Недавно он залетел на трек от Вилял Сквад «Мимо Худа». Мой круг общения, на что он претендует, похоронный костюм от Гуччи или Луи. Мы еще живы или ха, или нас убили ха. Этот запах в воздухе ванили или гнили ха. По признанию парней, они слушают «Чемодан» давненько. Им вкатил новый проект «13 от Чемодана», и фит назрел сам собой. Слим – один из самых адекватных представителей старой школы. Он понимает, что аудитория не будет слушать одно и то же 5-10 лет и не собирается почивать на лаврах группы «Центр». Вадим желает оставаться востребованным здесь и сейчас, конкурируя с молодежью. Оттого на сольных релизах Вадим давненько перешел на свежие биты. Я благодарен тем временам, что прошли. Теперь их впору разве что вспоминать бы шашлык. Верхушка скажет, что они не такие, как мы. Но дома все фименные, как
котлет, братвы. Свою лояльность ко всему новому Slim подтверждает фитами с Кристалл Курьером. Витрина гасла, печален, yeah. В универмаге, yeah. Много ли нас, чтобы быть богатым? Сколько ты платишь за свою хату? Живут ли родные братья в остатке? Есть ли у мамы телеки, кстати? Бамблом. Я родился раньше, был бы комсомольцем, но слушал Beastie Boys, а ты лучше сам увойся. Тур-альбом, тур-боя, выдавлен как тюбик, goddamn. Снова выиграем, мой фок-лист походит на бланки и гест, ставлю подпись, а? Жаком. Наш ансамбль на хайпе, как Ватикан, звук для братика. Парни с тех самых забытых улиц, правило X, береги свои зубы. Чувствуешь запах того, что мы курим, делай, что должен и будь, что будет. И многими-многими другими. Smokey Mo, так же как и Slim, понимает музыкальные тенденции. Возможно, здесь сказывается и то, что они оба битмейкеры. И наверняка в курсе, какой звук нынче в моде. У Smokey Mo было несколько фитов с Жаком Энтони, как на релизах Александра. Я часто протягивал руку, но в помощи нуждался сам. Молодой фрей. Я вылечу из себя, как свинец из ствола. Так и Жака. Четвертая степень, курю глупых MC, пью любимый коктейль, вода их пепел. Вода их пепел, вода их пепел, любимый коктейль, вода их пепел, вода их пепел. А также на встречу команды тигров Smokey Mo пригласил Жака. Но мне кажется, что на самом деле проблема одна и та же в том, что, во-первых, артистами становятся те люди, как бы они сильно не хотели делать вид, что это не так, которым в детстве приходилось доказывать, что они норм пацаны, а все выебывались и говорили, что это лошара и банк. Вот. И по факту быть артистом значит найти возможность как бы всем им сказать по итогу, что как бы, ну, я же говорил. Да? Нельзя не отметить работу с Кизару. Олег не раз выражал респект Смоки за его вклад в развитие хип-хопа. Вместе они записали трек «Just Do It». Сердцами владеет музыка, немного отвлеку их тогда. Меня пронзило, когда первый раз услышу, как из колонки летит музыка моей души. А на недавнем хите от Кизару «Money Long» есть голос Смоки. Пусть все сучки сосут мой член. Олег вставил отрывки из легендарного видео, где молодой Смоки чилит после концерта в Чебоксарах. Идите нахуй, я делаю только то, что мне нравится. Смоки, как тебе в Чебоксарах? Вот, вот, видишь, сука. Поснимай пол. Вот, видишь? Это Smokey Mo. И если тебе что-то не нравится, сука, то соси член, блядь. Steam для большей аудитории, известен как поп-рэпер или автор саундтреков. Лишь истинные ценители помнят победу на батле Hip-Hop.ru. Первый раунд до финала было 8 ступеней. Чтобы собрать эту мельницу, мне придется попотеть. Первая лопасть из басни, чтоб вентилятор работал. Мне предстоит умрать 200 MC. Со временем Steam открыл для себя образ Билли Миллигана. Вот там-то он вернулся к батловым трекам. И когда Steam залетел на трек Bumble Busy Sport, фаны были в восторге. Все глаза на нас, но мы в разные морки. Я 10 лет назад перевернул игру, сделав из батла мейнстрим. Золотые медали мои, все плевать, марафоны, тайли, спринт. В треках Gone Flood иногда проскальзывают отсылки к старой школе. Так в «Сахарном человеке» есть отсылка к треку Смоки с альбома «Карате ноздри». Просто во всем виноваты ноздри, во всем виноваты ноздри. А также недавно у Флада был концерт в Московской библиотеке. Там Саня прочитал манифест уличного поэта современности, написанный участником группы «Рабы лампы» Грюндиком. Черные районы Нью-Йорка помнят поэтические вечеринки 70-х, где городские лирики декламировали каждый в своем стиле уличные стихи. Бескомпромиссная откровенность этой поэзии, выражающей святой протест с гротескной агрессией и ненормативной лексикой, убивала всякую надежду авторов на публикацию где-либо подобных произведений. Бывший участник Crystal Gang Stone Cut и чемпион первого сезона 140 BPM Шум объединились, чтобы отдать дань уважения культовой уральской группе АК-47. В песне «Мама говорит» само название отсылает нас к треку «Слышь, малыш». Мама говорит, это все план тормозит. Слышь, малыш, в меру потребляй гашиш. В самом инструментале использованы сэмплы хитов Вити и Максима. И в самом тексте имеются отсылки к дуэту из «Березы». Звонили в Пакистан, еще просив у них. Алло, а? Это Пакистан? Да. Нам нужен 1 килограмм. Будет. Я кругом тонирован и бас трещит. Я кругом тонирован, значит все в ажуре. В
свежем треке Твета «Визионер» Дима отсылает нас к раннему творчеству группы Каста. Извини, это кашель, иногда случается у классиков со стажем. Извините, кашель, это просто свои годы берут у рэперов со стажем. На пародийном шоу Турганта «Голубой Ургант» выступали всем известные Депо и Тейп. Сигарет, никотин, сигарет пьет по легких мотор. Ресторан, кабаки, кабаки дрычи, много не кричи. Ребята перечитали культовый трек от мистера Малого «Буду погибать». Йо, буду погибать, молодым, буду погибать, 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 молодым. Изменив некоторые слова в куплетах. Ну а какой пример уважения к старой школе, по вашему мнению, самый крутой? Ну а если вам понравился ролик, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, любите рэп и всем удачи!